У вас нет терпения ждать, пока состарятся любимые кеды? Тогда просто сразу купите вот такие, рваные и грязные. Всего за каких-то $600. Думаете, это шутка? А вот и нет. Просто сейчас, если вы не знали, чем потрепаннее кроссовки, тем они моднее. На этом и решил заработать один заграничный бренд – Golden Goose. «Золотой гусь» в переводе значит. Они запустили линейку спортивной обуви с порванными шнурками, заплатками, ну и само собой, как будто ни разу их не мыли. Покупатели пока не очень-то активно откликаются на столь заманчивое в кавычках предложение, по крайней мере в Твиттере. Встречаются такие комментарии. «Нет, спасибо». Ну или вот, например, «глупые люди рождаются каждый день».